Ահա, շարունակում է առավոտ լուսոն, տաղավարում ունենք արդեն շատ պայծառ եւ տաղանդավոր հյուր, ում Վարկյաններ անց կներկայացնենք, բայց մինչ այդ ասենք, որ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական 24-րդ փառատոնի նախաձեռնությամբ վաղը մայիսի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մենահամերգով հանդես կգա Վերոնիկա Ջիոևան։ Եվ նա արդեն մեր տաղավարում է նաև թարգմանչու Անահիտ Կարապետյանը, ով կօգնի անցկացնել զրույցը։ Доброе утро. Доброе утро. И добро пожаловать в Армению. Բարի գալուստ Հայաստան։ Առաջին անգամ չէ դեք ինչ Երևան Հայաստանում, ճիշտ է, եւ հետաքրքիր է այս համագործակցությունը ինչպես ստացվեց։ И как это всё случилось? Ну, первый мой концерт был, по-моему, в 19-м году, если я не ошибаюсь, в концертном зале имени Хачатуряна, где я сейчас и буду петь. Дирижировал Эдуард Топчан, естественно, оркестр, замечательный оркестр филармонии. Первый мой концерт прошел вот в 19-м году, либо 17-м, не помню. Вот, затем я еще раз приезжала во время пандемии. Мы записывали музыку Шора с маэстро Сергеем Симбатяном, с которым я буду петь 16 мая вновь. Вот, так что это мой третий приезд, mm-hmm. можно сказать, как певицы. Так просто я приезжала неоднократно. Потом мы решили, Хайястан в Рухачах вырадарнули, с Анраиерор, Тайцне, Хайястан, Арачне, Егеле, Таснут, Камтасне, Нетвакан, Индавчи, Хишум, Хайястан, Азгайн, Филармоник, Невагахам, Бихет, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում համերգեն ունեցել եւ արդեն պանդեմիայի ժամանակ 2020 թվականին Շորի երաժշտությունը ներկայացրել են Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյան։ Այո։ Աննան ամփոփ ներկայացրեց պատասխանը։ Բայց ամեն դեպքում ես շատ հետաքրքիր է վաղվա համերգը մայիսի 16-ին ինչ արիաներ են հնչելու, ինչ ծրագիր են նախանշված։ Нам очень интересно, какая программа будет 16 мая? Ну, надо сказать, что программа будет составлена из моих любимых арий и арий, которые уже нравятся моим поклонникам в Ереване. Потому что вы уже знаете. Да, после первого концерта у меня очень много армянских друзей пришли на, значит, в друзья. И мы много с ними общались, и они даже писали, просили, чтобы я спела. И пока я здесь нахожусь, я от них получаю подарки, внимание. Мне это очень приятно, конечно же. Я исполню произведения, которые не были исполнены в те два приезда. Все новое будет для армянской публики. И будет очень такой красивый сюрприз также мы готовим. Да, будет, со мной будет петь один из лучших армянских голосов в концерте, да. Ладно, уж открою тайну. Это будет Геворг Акопян. Вот. Просто армянскому зрителю очень везет, потому что лучшие армянские голоса поют в этом оперном театре. Вот, это Липарита Витисян, Хованез Айвазян, Геворг Акопян. И очень везет армянам, что они часто их слышат. А в мире, так как я живу в Европе и знаю о них много, за ними едят поклонники, а тут они в таком более свободном доступе для вас, вам очень везет. Так что с одним из самых красивых голосов на сегодняшний день я буду тоже выступать в своем концерте. Mm-hmm. Наконец-то, потому что у нас есть такие общие поклонники в Европе, и они всегда хотели, ну когда же Геворг споет с Вероникой, mm-hmm. и вот наконец-то это случится. Ага, пастуэн анаканкалэ бацвэц, ев гахника бацвэц, ев неркаяцвэц мэр етэриц, вагэм մեր օպերային դիվան ելույթ կունենա Գևորգ Հակոբյանի հետ, ու իսկապես մեծ պատիվ է, փաստորեն ամբողջ աշխարհում երազում են նրանց, մերոնց համերգներին գնալ, մեզ մոտ նրանք շատ ավելի հաճախ են ելույթ ունենում, և շատ հաճելի է, որ նման կարծիք ենք լսում նաև աշխարհահռչակ երգչուհու կողմից, նաև նշենք, որ ծրագիրը արդեն իսկ ընտրել է այնպիսի ծրագիր, որը կհավանի հայ երկրպագուն, իսկ և նոր ծրագիրը. Այո, նոր ծրագիրը, որը երբևէ այստեղ չի հնչել. Իրականում մենք գիտենք, որ Հայաստանը շատ է սիրում Վերոնիկան, եւ անգամ գալուց առաջ մի տեսաուղերձ էր տեղադրել, որտեղ ասում էր, ես սիրում եմ Հայաստանը, ես սիրում եմ ձեզ։ Կապի մասին խոսենք, ընկերներ ունի արդյոք, թե մշակույթն է սիրում։
Мэр Юрен Калуцюна Гуце. Нам известно, что вы очень любите Армению. Также вы опубликовали видеоролик, где рассказывали про ваш приезд. Нам интересно, у вас есть тут друзья армян, друзья армян вообще? Ну, конечно. Например, все оперные певцы мои друзья. Потом самый мой большой друг Мигран Агаджанян, который сейчас главный дирижер Пермского оперного театра, где я год работаю. Я пришла из-за него, потому что он, как и все армяне, очень гениальный как музыкант. И он пришел в этот театр, и я пришла туда только из-за него. Так что мы сейчас готовим норму для Пермского оперного театра, норму для Мариинского театра и новую постановку «Бал Маскарад». Это все делает Мигран Агаджанян. Вот, поэтому со мной все разговаривают по-армянски, везде, в ресторанах, вообще на улице, все думают, что я армянка, мне очень приятно. Потом я говорю, я не говорю по-армянски, к сожалению, только самые красивые слова знаю. А какие слова вы знаете? «Эскес сиру мэм шат», «Паребзэс», «Шура калуцион». Ну, еще что, не знаю. А «Эскане бабакане», «Дзерсэрэзгану». Самое главное, я знаю, «Эскес сиру мэм шат». Բայց բնականաբար մեր բոլոր հայ օպերային գիգանտների, հանճարների հետ, ինչպես նաև նշում, շատ մտերիմ է և շատ լավ հարաբերություններ ունի ու պարզապես նրան նաև շատ հաճախ կարծում են, որ հայ է մեր երկրում։ Նման է իրականում, շատ լավ խոսում է։ Հարավային Օսեթիայում եմ ծնվել Վերոնիկան և մենք գիտենք, որ մանկությունն անցել է դասական երաժշտությամբ և հայրիկը երազել է, որ ինքը դառնա ի վերջո օպերային դիվա, հիմա այդ հայաց գցելով կա հպարտություն, որ այդ երազանքը իրականություն է դարձել։ Вы выросли в Осетии, и с детства вам предлагали стать оперной певицей. Вот вы уже взрослая. Вы благодарны за... За то, что это случилось. Да, за выбранную профессию. Еще что, папа всегда... Но я это из-за папы сделала. Он мечтал, он хотел быть оперным певцом. Он сказал, я был кавказец, мне было стыдно петь оперу как-то. Это была его мечта. И, конечно, так как я его дочь, он знал, что... Как говорится, он же мой отец, и он точно знал, что мне нужно на день рождения. Я для него это сделала, потому что он не смог быть оперным певцом, и чтобы он был счастлив. Вообще я делаю все, чтобы мои родители были счастливы, в первую очередь. Вот. И чтобы он был счастлив, я вот выбрала эту профессию, чтобы он мной гордиться. И теперь он плачет только от счастья. Все, что мы делаем, должны делать ради своих родных, родителей, любимых, близких и, конечно, для своего зрителя. Сегодня, кстати, Международный день семьи. А, да? Всех вас, дорогие армяне, поздравляю с этим праздником, потому что в жизни самое важное – это семья. К сожалению, я это поняла очень поздно, потому что в начале карьеры мы всегда такие сумасшедшие, такие амбициозные, эгоистичные, хотим все завоевать. Но потом понимаешь, что самое главное – это твоя семья, конечно же. И надо сказать, что осетины очень любят армян, и мой народ тоже очень древний, конечно, не такой, как армяне, но с детства вот всегда очень большая любовь. Во-первых, в Осетии очень много армян жили, и мы очень вас любим, и мы даже чем-то похожи внешне, что меня безумно радует. Вот, поэтому мы очень маленький народ, очень маленький, особенно мой южный осетиный, но мы... Очень любим армян. И как мне было приятно, когда в Армении тоже говорили, что любят осетин. Шат сирум ен харафайн осетиян мэ шат сирум ен хайерис. Ев дэнц арачэл хосум ер ընտանիքի կարևորությունից. Այո, որքան կարևոր է. Հենց ընտանիքն է. Հիմա որտեղ եք բնակվում և որ թատրոններում եք աշխատում? Где вы сейчас живете и в каких театрах вы играете? Ага, сейчас я живу, я 10 лет живу как в Чехии, вот, моя дочка там ходит в школу, она там родилась, мои родители живут в Германии, в городе Нюрнберг, и год я как живу в Москве, год как. Ближайшие мои, вот, Пермь, Мариинский театр, потом полтора месяца
Я буду в Торре дель Лаго в Италии, самый престижный пучиневский фестиваль, где я буду петь, я такая теплая, но буду петь партию холодной принцессы Турандот. О, Аркадис де Турандот. Здорово, на открытом небе сцена. И, конечно, озеро, там озеро, в общем, будет как арена большая, и много людей приедут со всего мира на этот фестиваль. Всегда много приезжают, потому что это самый главный пучиневский фестиваль. Вот я готовлюсь, конечно. Пучинян парадонин է մասնակցելու Վերոնիկան, շատ գեղեցիկ տեսարանով, սպասումը արդեն երևում էր խոսքի մեջ։ Եվ մենք նաև ամփոփիչ հարց է, գիտենք, որ Վերոնիկան միշտ բարդ բաներ է սիրում կյանքում անել, և եթե բարդություններ չի հաղթահարում, չի մոտիվացվում, դա դեռ այդպես է։ Եվ կան չբան, որ դեռ բարդ է իր համար արվեստում։ Завершающий вопрос. Мы знаем, что вы любите совершать подвиги. Сложности. Да, сложности. То есть, понятно, да. Вы все еще настроены на это? Ну, конечно, вас мотивируют сложности. Да, ну, конечно, сложности и в жизни бывают, и будут. К сожалению, я так думаю. Дай Бог, чтобы их не было ни у меня, ни у вас. И, конечно, в моих будущих партиях тоже. Ну, вообще жизнь – это все время преодолевание каких-то трудностей. И, может быть, поэтому интересна жизнь. Если бы все было одинаково, хорошо, то жизнь была бы неинтересна. Да, конечно, обязательно будут какие-то маленькие трудности. Самое главное, чтобы близкие не болели. Остальные трудности я переживу. Конечно. Իհարկե, կյանքը հենց դժվարություններ հաղթահարելու մասին է, եթե չլիներ, չլինեին դժվարությունները, այդքան հետաքրքիր չէր լինի ապրել, կարևորը ընտանիքը լինի առողջ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, հիշեցնենք սիրելի հեռուստատեսի տողներ, որ վաղը մայիսի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կարող եք վայելել հայտնի օպերաներից արիաններ, հենց օպերային դիվա Վերոնիկա Ջիոյևայի կատարմամբ։ Այո։ Շնորհակալություն եմ ասում եմ, եւ հաջողություն մաղթենք մեր հյուրին։ Դե ինչ, մենք էլ պետք է հիմա շնորհավորենք մի շատ տաղանդավոր մարդու Ծնեդյան օրը, որովհետև մայիսի 15-ին է ծնվել դերասան, հաղորդավար, կատակերգու, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանը։ Մենք շնորհավորում ենք պարոն Ղազարյանին, մեծ սիրով հյուրընկալեինք նրան մեր տաղավարում, բայց ցավոք նա Հայաստանում չի այս պահին, բայց հուսանք, որ մեզ դիտում է։ Այո, շնորհավորում ենք պարոն Ղազարյան, ձեզ շատ կարոտել ենք և հուսով ենք շուտով կհանդիպենք հենց մեր տաղավարում Հայաստանում, իսկ մինչ այդ նախ մաղթում ենք իհարկե քաջ առողջություն, վերադարձ հայրենիք և առաջարկում ենք դիտել տեսանյութ Աշոտ Ղազարյանի մասին։